Я пилот. Привет, я буду окувать пиратский набор. Мамочка, я хочу пиратским набором. Да, я тебе сейчас дам пиратский наборчик. Мы нашли в магазинчике пиратский набор. Я не знаю, что там внутри. Этот набор вообще для мальчиков. Но Вика любит пиратов. Да? Пиратский! Вот такой вот пиратский наборчик у нас. Я не знаю, что внутри. Мы сейчас посмотрим. Тут написано только то, что тату в подарок. Мы сейчас откроем пиратский наборчик. Ты будешь пиратом? Да. Девочка, пират. Сверху. Я вижу там какое-то обмундирование. Ух ты! Мы девочки, нам с этим. Ух ты! Вот это да! А ты, мама! Пистолет! Два кинжала! Крутые кинжальчики! Что же там еще? Это похоже шапка. Да! Похоже! Я так предполагаю, что это для трех детей, раз три шапочки. Попробуем тебе одеть. Там сразу конфеты. Там еще и конфеты. Смотри, там конфеты. Вот это супер-пупер набор. Давай оденем тебе шапочку. Будешь самым стильным пиратом. Ух ты. Я пират. Ага, ты пират. Там было три такие шапочки. Один пистолет. А это что такое? Золотая монета. Вот это да. Это, наверное, какой-то кулон для главного пирата. Это надо носить. Да? Оденешь? Да. Какой-то крутой кулончик с черепком. А как? Сильно-сильно нажимай. Ой! Ой! Защищайся, пират! Ой-ой-ой, ты меня ранила. Мальчикам должно быть вообще очень интересно. Кстати, там были. Мальчики. Там были вот такие конфетки. Девочкам тоже будет интересно такой набор? Наклейка. Нет, это татуировка. Но она страшная какая-то. Давай не будем ее клеить. Я буду тебя трять. Ух ты, какой ты пират. Опасный. Ай-яй-яй. Ты меня стрижешь. Что ты скажешь про этот набор? Нужно покупать такой набор девочкам? Да. Ты думаешь, девочкам тоже будет интересно? Да. Вот какая там была татуировочка. Ну, Вика говорит, что она для девочек. Наверное, потому что там сердечко. Если побольше деток собрать, то можно устроить очень интересную, увлекательную игру про пиратов. Как раз там есть три таких шляпы пиратских. И три вида оружия. Ну, и это. Да, пистолетик и два кинжала. Два вида оружия, но их три. Большой. Он крутится, мама. А ты, мама? Да, я не знаю, для чего это. Может быть, нам мальчики подскажут в комментариях, для чего вот эта сама штучка. Мы не знаем, для чего нужна вот эта штучка. Ну что, классный наборчик? Да. Рекомендуешь? Да. Пока. Пока. Я пират.